Вас приветствует интернет-магазин Деника. Меня зовут Рамис. И сегодня в нашем обзоре участвует телевизор Samsung 5 серии с индексом K, что означает модельный ряд 2016 года. В данном случае модель K5520. Телевизор обладает стильным и тонким дизайном, а также реалистичным изображением разрешения Full HD. Так что теперь все ваши любимые телевизионные программы и фильмы вы сможете увидеть в совершенно новом свете. И об этом и много другом мы поговорим прямо сейчас. Телевизор настолько умный, что может повышать качество изображения до уровня Full HD. Эта технология называется Ultra Clean View, которая анализирует качество входящего сигнала по усовершенствованному алгоритму, фильтрует и снижает уровень шумов, даже если через источник видеосигнала передается изображение в качестве меньше, чем Full HD. Вы все равно сможете наслаждаться картинкой, которая по качеству будет почти как Full HD. А технология Micro Diamond Pro создаст более глубокие оттенки черного и более чистые оттенки белых цветов, обеспечивая потрясающую четкость изображения и контрастность, чтобы вы могли наслаждаться увлекательным просмотром вашего любимого развлекательного контента. Также телевизор может увеличивать глубину контрастности с помощью технологии Contrast Enhancer, которая обеспечивает наиболее реалистичное изображение, которое может выдавать телевизор с плоским экраном. Она регулирует уровень контрастности на различных областях экрана, усиливая эффект драматизма. Но и это еще не все. Более яркие цвета и лучшее качество изображения достигается с помощью White Color Enhancer, благодаря которому существенно улучшается качество изображения и раскрываются ранее скрытые детали. Теперь вы сможете наслаждаться цветами такими, какими они есть на самом деле. Smart Hub обеспечивает единую точку доступа к контенту Live TV, играм и многому другому. Пользователь может получить доступ к своему любимому контенту, как только он включит телевизор, а с помощью приложения Smart View вы сможете легко перенести фотографии, видео и музыку с вашего смартфона или ПК на больший экран телевизора. Данное приложение обеспечит удобное взаимодействие и легкое подключение к большинству персональных устройств. Высокая скорость работы и повышенная производительность достигается с помощью мощного 4-ядерного процессора и обновленной операционной системы Tizen 2.0. Не забудем и о звуке. Телевизор обладает двумя направленными динамиками по 20 Вт с фазоинвертором. С вами был Рамис. Спасибо за просмотр. Надеюсь, наш обзор поможет вам в выборе телевизора. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет очень много интересного.